Всем привет! Поздравляю с первым днем лета. У нас уже как бы, ну, началось. Вот я сейчас приехала на свой любимый пляж. Покажу вам. У нас уже даже люди плавают. Вот видите, человек уже плавает. То есть вода, в принципе, можно... Вода уже можно нырять. А это сегодня вечером, где-то 8 вечера. Проведем стрим. Попробуем провести, во всяком случае. Как обычно. Вот у нас так. Мы пока в масках. Без масок ходить пока нельзя. Ну, плавать можно, а ходить нельзя. Вот такая вот у нас тема, короче. Вот это мой любимый пляж. Чем он мне нравится, то что, вот видите, есть такие вот камешки. И там такой получается как бассейн, мелкий-мелкий. Там водичка тепленькая-тепленькая такая классная. Вот почему мужик там и плавает, потому что вода нагрелась. Вот такое у нас, короче. Панорама. В общем, до вечера.